В ринге у нас красный угол ринга — Красовский Герман. Синий угол ринга — Щербаков Виктор. Ну, зрители, давайте поддерживать ребят. Ну, громче, громче! Секунданты у ринга. А что такая гробовая тишина? Никого же еще не убили, все еще впереди. Что у нас сегодня? Кровь, песок и никаких слез. Ну, парни, ну давайте активнее, ну что вы все замерли, как на похоронах? Так, ну что, давайте поддержим, ну. Ну что-то я вижу, только активный у нас левый край. А нет, почему я не слышу остальных? Ну активнее, 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 поддерживаем бойцов. У ринга только один секундант. Встань на ноги, выгнись, блядь, задуши и все. Чё ты там сидишь? Вот так, поддержка. На ноги вставай. И все, иди на верх, подыши. Иди, держи. Зрители, ну что же, ну что же. Да ну мне кажется, еще просто не разрушили. Давай, давай, давай. Дайте эмоции бойцам. Чем сильнее поддерживайте их, тем они яростнее дерутся. Тем интереснее бой. Давай. Где Витя служил? ВДВ Витя служил, нет? Есть здесь ВДВшники? Кто за ВДВ? Два человека всего за ВДВ. Вообще, есть кто служил? Спецназ есть у нас здесь, кто служил? Ну давайте поддержим коллегу из ВДВ. Есть, но они стесняются. Скромные парни, вежливые люди. Активнее, партнеры. Наклони голову. Герман, наклони на бок. Ну что у нас в синем углу? ВДВ против города Кисловодска. Красный угол — город Кисловодск, Герман Красовский. Давай, давай! Внимание, затвор!
мочи! Вот так вот. Злой рык! Так, в этом бою заявлен критическим преимуществом. Победу одержал боец из города Кисловодска Герман Красовский! Парни, ну что же вы так сразу убегали? Вить, ну давай, ты пару слов. Заведа в этом или что, поиска дяди Вася. Адреналин. Снова ждать? Да. Тогда в июне ждать тебя у нас. А в Ставрополь приедешь? Ну, блин, посмотрим. Спасибо за хороший бой. Я надеюсь, ты продолжишь борьбу за пояс. Твоя грамота. Увидимся. Спасибо. Бойцы, не забываем возвращать экипировку, которую брали у организатора. Герман, поздравляю тебя с этой победой. Молодец! Да, конечно, ты так начал как-то неактивно. На песочке там игрался, пытался пасочки слепить. Но потом все-таки решил победить своего оппонента. Поздравляю тебя с победой. Вот, надеемся, еще раз придешь в следующем месяце. Вручаем тебе вот эту диплом участника. Герман, с победой тебя. Желаю еще побед дальше.